Всем огромный привет, ребята! Меня зовут Стелла, и вы попали на канал Стелла Кей. Перед началом не забудь подписаться, поставить лайк, все дела. Ну а сегодня на моем канале просто замечательный человек и видеоблогер Светик Кейк. Всем привет! Я так удивлена, что ты так много обо мне сказала сейчас. Очень приятно. В общем, всем привет, меня зовут Светик Кейк. И сегодня мы со Стеллой снимаем для вас новогоднее видео. Да, ребят, мы снимаем новогоднее видео о том, как создать, поднять новогоднее настроение, потому что зачастую у людей в преддверии Нового года оно не бывает. Работы, за учебу, из-за всяких проблем пропадает новогоднее настроение, и в итоге портится Новый год. И чтобы у вас, у наших любимых зрителей, такого не случилось, мы решили вместе со Светой заснять для вас такое видео и о том, как поднять новогоднее настроение. Так что, если вам интересно, то обязательно подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Светы. Мы также вместе со Светой засняли для вас новогоднее видео о том, чем заняться на новогодних каникулах. Да, так что обязательно после просмотра видео Стеллы переходите по ссылке в описании и смотрите мое видео. Угу. И, конечно же, подписывайтесь на наши каналы, нажимайте на красную кнопочку. Да, ребят, ну а мы не будем медлить и поскорее приступим к самому видео. Погнали! Мне кажется, что ни один праздник, а уж особенно Новый год, не может обойтись без шопинга. В нашем случае это новогодний шопинг. Допустим, вы можете пойти в магазин, даже ничего не покупая, а просто зарядиться новогодней атмосферой, новогодним настроением только потому, что практически все торговые центры украшены под Новый год. Там стоят большие елки, красивые новогодние декорации, новогодние игрушки. В магазинах очень-очень безумно много всего продается в новогодней тематике. И мне кажется, что это безумно сильно поднимает человеку новогоднее настроение. Ну и если у вас есть деньги, и вы хотите сделать приятное своим близким, друзьям, то, естественно, вы можете подготовить новогодние подарки для своих родственников, для своих родителей, для своих друзей, для своих знакомых. И, мне кажется, это тоже поспособствует поднятию новогоднего настроения. На самом деле, в новогоднее время зачастую города очень красиво, очень по-новогоднему и очень атмосферно украшают. Особенно красиво украшена Красная площадь, мне кажется, поэтому москвичи, если вы живете недалеко от Красной площади, то бегом туда заряжаться новогодней атмосферой. Но если вы живете не в Москве, то не расстраивайтесь, я уверена, и в вашем городе есть безумно много красивых и новогодних локаций. Опять же, это торговые центры, это разные магазинчики, даже просто можно пройтись по улице, посмотреть какое-нибудь окно, допустим, квартирный дом, и там наверняка будет висеть гирлянда, и мне кажется, это уже создает некое новогоднее атмосферное настроение, особенно когда уже вечер, темное время суток, все огоньки загораются, и все светится, и это создает ощущение чего-то нереального, волшебного, и хочется веселиться, танцевать, сразу захватывает дух. И мне кажется, это такое новогоднее время, рождественское время, это что-то волшебное, что-то магическое, потому что настолько все яркое, настолько все светится, что у меня на самом деле, ребят, просто нет слов. Поэтому с новогодним настроением обязательно идите на улицу и заряжайтесь им, потому что просто посмотрите, какая красота. Даже если нет снега, не расстраивайтесь. Новогодние огоньки вам создадут новогоднее настроение. Это я вам гарантирую. Ну и как же обойтись без новогодних фоточек на память? Вы можете устроить как профессиональную фотосессию с красивыми локациями, в красивых местах или, допустим, в специально оборудованных новогодних студиях
Но я считаю, то, что это не настолько обязательно. Можете просто договориться с друзьями, пойти, допустим, в красивые новогодние места и там вместе пофоткаться. Я думаю, что этого будет даже более чем достаточно для новогодних атмосферных фотографий. Ну и, естественно, если это канун Нового года, то, следовательно, у всех каникулы, у всех много свободного времени, и я вам искренне советую потратить это свободное время на встречу с друзьями. Таким образом, вы сможете себе поднять настроение, а если настроение хорошее, то, следовательно, оно уже и немного новогоднее. Ну а на этом все, ребят. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Я надеюсь, что у меня и у Светы получилось вам как-то создать это новогоднее настроение, да. Поднять вам настроение. Обязательно, обязательно. Если у вас не было новогоднего настроения, то переходите на мой канал, тоже смотрите видео, и эти два видео просто обязаны поднять вам новогоднее настроение. Так что обязательно смотрите наши каналы, смотрите наши новогодние видео. Если вы хотите еще какие-то новогодние видео от нас, то пишите об этом в комментариях. Мы все читаем. Да. Ну и, в общем-то, просто подписывайтесь. Да, ребят, подписывайтесь на канал Светы, подписывайтесь на мой канал. Ссылочка на канал Светы, разумеется, оставлена ниже в описании. И на ролик тоже, да. Подписывайтесь на наши инстаграмы. Вот, ну а на этом все, ребят. Я очень-очень благодарна каждому из вас, кто посмотрел это видео. Ну а я вас всех очень-очень сильно люблю, я тоже, целую, обнимаю и до новых встреч. Пока!